Студентка колледжа Московии Анастасия Васильева уже мечтает, как будет обустраивать свою новую квартиру, которую приобретет по программе социальной поддержки детей-сирот. Говорит, больше внимания уделит интерьеру. Подобрать посуду там какую-то, там под цвет все вот это. Также, наверное, буду украшать как-то всякими декорациями красивыми, чтобы было уютно в квартире. Потому что это первая, конечно, своя квартира, это будет очень трудно, мне достаточно волнительно. Ну, я счастлива, что добилась того, чего хотела. Приобрести жилье Анастасия и другие участники государственной программы могут абсолютно в любом регионе страны. Но зачастую ребята остаются в Ленинском городском округе. В этом году сертификаты от администрации муниципалитета получат 8 человек. Одна девушка уже успела заселиться в свою новую квартиру. Суммы почти в 6 миллионов рублей хватило на двухкомнатную. Еще двоим сертификаты сегодня вручил глава округа Алексей Спасский. Мы в этом году наконец смогли выйти, знаете, даже не на перерыв, темп, а то, как это должно быть в идеале. То есть дети получают квартиры практически в течение там, ну, недели, а иногда там, пару недель после того, как им исполняется 18 лет. Это идеальная такая ситуация, будем ее называть. Поэтому будем продолжать. Детей-сирот своим жильем администрация Ленинского округа обеспечивает с 1996 года. В 2023 программа дополнилась. Теперь у потенциального собственника есть выбор – довериться органам власти или на сумму сертификата приобрести квартиру самостоятельно. Дает возможность напрямую договариваться с продавцом, обсуждать моменты, обсуждать стоимость, то есть какие-то, может быть, ну, рынок есть рынок, какие-то преференции для себя, то есть часто оставляют какую-то мебель даже в этих квартирах, бывает так. Ну и потом в любом случае, даже после того, как сертификат получен, администрация все равно помогает навести там порядок, то есть они получают, после того, как въедут в квартиру, еще получают подарок от администрации. Однако четверо из 8 участников программы приняли решение получить ключи от квартир, которые приобретет администрация. В этом случае жилье, как правило, предоставляется в новостройках. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.